Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу модные подарки для Minecraft Pocket Edition. Что ж, после установки данного мода у нас появляется три вида подарка. Вот такой красный, зеленый и вот такой голубой, или можно сказать светло-синий. И также они будут в роли лайка-блока. После того, как мы его сломаем, у нас может выпасть определенная вещь. Вот сейчас, как вы видели, у меня выпала лопата. Вот сейчас у меня появился камень, но я его, к сожалению, сломал. Давайте посмотрим синий подарок. И у нас появился музыкальный блок, с которого также идут ноты. Еще один музыкальный блок. Совпадение? Не думаю. Это у нас опять лопата, но здесь, по идее, много чего может выпасть. Как видите, у меня алмазная руда. Так, алмаз, смотрите. Золотая руда. Уже можно сказать, даже золотой кирпич. И земляные кирпичи, которые у меня закрыли остальные блоки. Вот такие они коварные. Ну и, кстати, чтобы получить все эти блоки, нам понадобится ввести в такую команду. X-Game, после чего нам напишет, что вы успешно получили эти блоки. И все блоки нужно получать именно в режиме выживания. Если вы получите в креативе, то у вас просто ничего не получится. Как я взял блоки в креатив? Скажу вам просто, я пришел в режим выживания, и у меня появились эти блоки. Ну что ж, ничего тут нам не выпало, и у нас появился камень. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.